Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И да, ребят, сегодня у нас Рождество католическое, ну католическое, короче. И вот такой вот подарок разработчики подготовили на Рождество. Это целый один золотой сундук. Ну, как вы понимаете, я его сейчас собирать не буду по одной простой причине, потому что сегодня в конце видео будем открывать все сундуки, которые у меня накопились, их очень много. Почему? Потому что выдали разработчикам наконец-то Паулу. Будем его прокачивать. Ну и те, кто хотят увидеть, сколько на него выпадет жетонов, могут подождать. Ну и предметы тоже на него, надеюсь, тоже выпадут. Опять же, прислали все на внутриигровую почту, можете зайти там посмотреть, я уже был там. Но сундук не открывал специально. Ну, кстати, дали еще золотую лихорадку на 3 дня целых, на 27 числа. Ее как бы здесь не отображает, но она как бы есть. Сейчас я вот открою, видите, вот самый простой сундучок, и вам покажется, что есть золотая лихорадка. Открываем, получаем на пепера, и вот они. Двойные монеты, X2, монетная лихорадка, все дела там. 32 монетки, как бы вот. Поэтому работает, все прекрасно. Можете открывать сундучки и радоваться. Все-таки не зря их сохранил. Мы сегодня поиграем за слона. Поиграем в командных боях. Пофанимся. Надеюсь, даже апнем кучу рейтинга. Как видите, у меня сундуки уже забиты. Но что поделать, что поделать. Конечно, можно было сейчас один открыть. Еще поставить один на открытие. Ну да ладно уже. Как говорится, в другой раз. Итак, у нас команда... Ну, кстати, вот видите, вот конец второй недели. Да, сегодня у нас уже выходные дни. И вот такие вот команды попадаются на 1100 плюс рейтинга. Офигеть, да? Да, печально, конечно. Что поделать, придется с такой командой играть. Что-нибудь, я думаю... Зато у меня теперь есть такая возможность, как... задоминировать в бою, типа, ну, я же... один. Вот такой вот сильный, да, 14 уровня. Они-то там все 8-9. Если противники будут точно такие же, то... изи нагиб. Надеюсь. Ну, сейчас посмотрим. Опять же, хотелось бы кого-нибудь притянуть. Чтобы победить. Акула пытался притянуть. Ну, блин, вот почему моя команда не играет вместе? Так. Намекну ребятам, что надо играть вместе. Крабика притянем. Этого притянем, Брюсика. Этих притянем, тоже развалим. Крабика, ты куда? Похилимся, там ребята сзади меня хилят, я их тоже похилю. Все, всех видали, у кого-то там даже есть дефибриллятор еще один, офигеть. Офигеть, там у кого-то был еще один дефибриллятор. Хилимся, бафаемся. Я хотя бы успел, видите, он очень, этот бак очень хотел, смотрите на него, смотрите, недовольный. Недовольный мой свой бачок, что не смог золото от ледяна на копье. Кстати, это стенки, которые я поставил, как говорится, не зря, да? Тактика. У меня была тактика, я ее придерживался. Играем командно. Надеюсь, они это поймут. И мы будем играть командно. Ну, как говорится, победка уже почти в руках. Осталось буквально немного. Ах, как же мне это нравится, когда ты не можешь притянуть жирафа вот с такого небольшого расстояния. Ну я в воду спустился, видите, она у меня зависла, даже отменить не могу. Но все прелести игры на слоне сейчас, на данный момент. К сожалению. Ай, надо бы намекнуть ребятам, чтобы играли. Зато с сандалями святого. Какой же акул дерзкий, как же он бесит, а? Ну что они сидят на этом островке, ну? Что они там сидят? Ну что вы там сидите? Ну послушайтесь, ну слезьте с этого островка, блин. Долбали уже. Ну во, все, красиво. Теперь развалили все, что здесь было почти. Ва, конечно, это имба. Ну, вроде как-то получается его утихомирить немного. Он убежал просто-напросто. Ну, он понимает, что тут ему ничего не добиться. Как бы это логично, потому что, ну, 14-й слон все-таки слишком большой урон вносит. Поэтому вот такие вот дела. Ну, кстати, получилось, в принципе, неплохо. Там остались одиночки уже. Это будет изи победа. Погнали добивать остальных. Они где-то тут прячутся, это уже как бы не важно. Бак, скорее всего, где-то убежал тоже, да. У нас них здесь это еще есть, в принципе. Он красиво убил Бака. Ну все, это изи победа, как бы. Кстати, у меня до сих пор не работают ивенты, если что. Ну, то есть, когда вчера они перестали работать. И вот до сих пор они не работают, к сожалению. Обидно это, конечно, то, что ивенты так себя ведут. Ну, что поделать, такие у нас ивенты в прекрасной игре.
Ох уж эти разрабы, нет, чтобы выпустить ивенты нормально, нет, они вот это вот фигней страдают, и теперь просто сидишь, ничего не можешь сделать. Класс, да? Я лучше бы старые ивенты покрабил, там, сундучок бы открыл лишний, да? Ну, хоть что-то сделал бы такого. Ну, нет. На тебе, как бы, ивент, который закончился 3 дня назад, новый мы не запускать не будем, как бы, вот. Такие дела. Почему они не сделали его до конца выходных, этот ивент, а сделали всего на один день, и я его за один день не успел выполнить? Логика. Логика. Ну, да ладно, отправляем следующий боец. Поиграем за прекрасного Фрэнка. Кстати, я еще хотел сказать вам, сегодня как ровно 10 дней, как прошло с акцией на открытие сундуков. То есть была акция на открытие 25 сундуков. Ну, там было меньше, конечно, там было по количеству, да. И в этой акции нужно было открывать сундуки, любые, замечу. И вы получаете легендарный там сундук за 25 открытых. Я открыл тогда больше 30 сундуков, это 100% было. О, 100%, больше 25 сундуков я открыл. Около, ну, за 30 плюс, короче. Прошло 10 дней, мне сундука не дали. За эту акцию легендарного, это первое. Второе, это то, что проводилась уже еще раз одна такая акция. То есть, ну, это не в первый раз такое. Проводится, понимаете, да? Как они умерли? Они встали и пойми где. Офигеваю. Я просто офигеваю, как они умерли. Они же стояли, фиг пойми где. Я им ничего не сделать не могу, понимаете, в чем проблема? Ну все, это габелла. Ну, ну вот что бобер делать, ну? Ну, бобер. Вот почему у них команда 10... Вот как это вообще может работать? Если нету баланса по уровню, почему не кидает плюс-минус ко мне 10 уровней? Почему кидает 7? Баланса ж по уровню нету. Игра, что с тобой не так? Сама себе противоречишь, да? Улучшить один предмет. Вот это квестик, это я понимаю, да? Ну, кстати, вот сегодня же будем открывать сундуки, возможно, выполнить этот квестик. Хотя мне не нужен. Мне, кстати, там еще за 1200 рейтинга тоже есть, как бы. А что мне только что оттолкнуло? Вот я стоял вот здесь вот слоном, да? Нажал притяжку. Ко мне прилетает ботик, меня отталкивает. Ммм, как интересно, да? Очень интересно. Ну, короче, вот такие вот дела. Кстати, можно было бы, наверное, на слона все-таки взять ботинок в командные бои войти. Он бы, наверное, помогал. Хотя вот в прошлом бою, как где там ботинок бы мог использовать, а? Ну, правда, можно было, да, забежать в кустики, там, использовать что-то. Все было бы красиво. Ну, посмотрим. Поиграем сейчас, наверное, в кустах. Потому что все-таки преимущество дается слону в кустах. Его хотя бы не все время видно. Хотя я такой слон, что буду постоянно палиться, кидать гранаты и все остальное. Ну да ладно. Попробуем хотя бы кого-нибудь заманить. Может, они увидят слабых противников и меня такого не увидят в кустах. Но ребята решили пойти дальше. Ладно, пойдем. Как говорится, будем драться на равных. Хотя, опять же, с преимуществом от кустов было бы и драться на победку интереснее, мне кажется. Все-таки за победкой сюда пришел, не поражением. Так, ну, погнали, погнали. Ох, чувствую, весело будет. Хорошо, что они идут хотя бы в сторону от зоны, и это уже прекрасно меня радует. Это уже, считайте, половина победы готова. Осталось главное, чтобы они не развернулись, да. Но они пока не разворачиваются, хорошо. Правда, разбежались как не в себя, ну. Это да, это нормально. Намекнуть Жень, что надо держаться командно. Надеюсь, намек понят. Понятно. Никс, может, ты будешь держаться командно? Командный игрок, чекайте, да? Просто стал. Вот меня это поражает, да? То есть, как бы, есть чел на Никсе. Он просто врывается в эту толпу других челов, да? И пытается как-то разваливать. Ну, очень странный чел. А, их там сзади еще один склад будет. Интересно, интересно, кстати. Далее копье как закинул. Никса шотнули. А куда, Брюсик? Куда собрался? А тут лев еще. Ты че, откуда ты такой взялся? Да блин, доресните вы уже Яру. Ну че вы стоите, смотрите на нее? Фух, убили. Надо было просто бака продушить, потому что, ну, там аптечки, как бы он мог поднять. Так, ну, аптечки залутаем сейчас. Ай, как же он убегает, как же он не достал. Любитель побегать с ботинком, да?
А чё-то ботинок не затащил. Хотя 12-й бак, по идее, мог бы просто ворваться и всех бы развалить, но зачем? Зачем, если есть ботинок, который позволяет бегать и умирать красиво против дальнего боя, да, персонажи? Это я считаю красиво. Ладно, ребятки, давайте еще один боец, закрепим результат. Я надеюсь, попадется нормальная команда, и мы возьмем изи топ-1. Ну, а если не попадется, ну и фиг с ним, как говорится. Все впереди. Плюс под конец видео будем сейчас открывать сундуки. Ну, 12-й бак, 12-й жет, ну сейчас, если мы тут проиграем, это все, это просто... Ну, блин, это просто будет эпик фейл, как говорится, да? Никса убиваем. Гранатку лутаем, закидываем все в этих челиков, да? Жирафа 400 убиваем, все, красавчики просто. Просто красавчики, все убили. Ботика притянем, сейчас аптечки здесь залутаем. Похилимся. Ну во, прекрасно, прекрасно. Молодцы ребята, молодец я, который залутал гранатку вовремя. Все прекрасно. Ух. Да. Давайте поставим стеночки. Баррикадку вот такую сделаем красивую. И сломаем все это. Чтобы не мешалось. Все, погнали. Нам нужно достать немного больше лута, а то у нас как бы такой себе лут на самом деле. Ну, дробовика нету, копья нету, а это важный артефакт. Кстати, вот я думал по поводу расширить радиус копья, потому что слону теперь радиуса копья не хватает. Но раньше он хотя бы мог притянуть, да? А теперь этого нет. Ну и дробовик тоже, как бы надо радиус прокачивать. В общем, в последнее время нужно очень сильно все это менять, маневрировать. А, у нас ник с 5 уровня, серьезно? Все равно надо его спасать, как бы. Бросать же нельзя, да? Никса 5 уровня. А как? Как мог орел меня шотнуть? Я был с full HP, я специально вроде бы даже отхилился, не? Или то я уже что-то придумаю. Притяжка слона почти впритык. Результат, да? Вот что это такое? Почему на такую дистанцию дамажит? Чем он мог меня вообще продамажить? А, то был этот. Я перепутал, извиняюсь. Да что такое с командой-то, а? Орлы слишком много своим прилетом наносят урона. Да почему этого Никса резнул? Мне должен был резать других ребят, а я резнул этого Никса бесполезного. Ну что за дела, ну? Как же бесит, как же бесит. Вот, ну, это просто идеальная команда для победы, ну вот. Этот Никс, который... Ой, я не могу, короче, сгорел. Все, пойдем открывать сундуки, в общем. Пофиг на этого Никса. Давайте, берем Паула как бы на выбор. Где этот прекрасный Паула? Где он спрятался? Где-то вот здесь вот. Вот он, первый уровень. Зеброид, зеброид Паула первого уровня. И начнем мы открывать с этого сундука. Поехали. Генри, понятно. Шапочку откроем, за которую ничего не выпадет, конечно же. Скинов же в нашей игре так мало, что ничего не выпадает, да? Так, ладно, тут все забрали. Идем дальше. У нас есть почта, личные сообщения. Там есть золотой сундук. Открываем. Шедевр. Конечно же, падает на льва. Открываем еще один золотой сундук. На Фрэнка. Давайте серебряных немного откроем. О, артефакты первые выпадают на Паула. Паула. Зубы вампира, кстати, на Тони докачались, отлично. Так. На Тони еще выпадает. А на Айрис что-то будет выпадать, не? Как бы на Айрис там артефакты вообще не докачаны. Понимаю. Ладно. Отправляемся дальше. У меня еще целая куча сундуков на персонажах. Откроем сначала, наверное. Хотя, в принципе, мне только золотые остались, у меня серебряных больше нет. Ну, еще нужно будет подокачивать, но я это уже сделаю отдельно. Ну, обидно, конечно, серебряных сундуков нету. Будем без артефактов, значит, играть. Ну, на следующей неделе. Вот это все сразу придет серебряные сундуки. Вопрос только открывать, не открывать. Остается открытым. Да. Ладно, давайте забирать наградки. Паула, выпади, пожалуйста. Ну что тебе так сложно? Точнее, эти жетончики на Паула выпадить. Брюс, да-да-да. Кого теперь дадут? Жираф, ну да, ну да. Дальше идем. Тони. Тони, понятно. Кто следующий? Брюс. Какой интересный баланс, да? Точнее, разброс. Ну да. Рандом же, конечно, конечно. Как вам, а? Как вам это прекрасное действие? Ура! Мы выбили наконец-то 52 жетончика на Паула. Это значит, что можно будет его прокачать на приемлемый уровень. Хотя бы поставить какой-нибудь один артефакт и хотя бы что-нибудь сделать такое более-менее адекватное.
в плане игры, хотя бы на начальных уровнях, хотя бы оценить его в рандомчике можно будет уже. Это прекрасно. Давайте откроем еще на бобра. Кстати, можно бобра, наверное, уже пустануть дальше. И последний золотой сундук на бак. Ну, золотых сундуков здесь еще будет прилично. Я постараюсь выбить прямо вот на всех, да. Кроме, наверное, Тоника. Тоник у нас с 10 уровня, не факт, что выбью. Но остальным я постараюсь все-таки добить каким-то чудесным образом. И залутать еще кучу сундуков. В следующем видео мы будем прокачивать Павла. Поэтому, ребят, если видео вам это понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. И обязательно ждите следующее видео. Это все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.